одну квартиру, где живет украинская семья. Микола, попрошу, отец. Ну що, сім'я, будемо праздновати Рождество, значить, з домом накривом. Ну що, поговоримо. Поговоримо. Як діла, сім'я? Може, картошечки донесе? А я пока тост, тост. Яблочный тост. Ну, за здоровье семьи нашей давайте крепко. А когда компот? Тебе компот, отнеси компот. Работишь. Давай, сынок, ты уже взрослый, чокнемся. Не наляпай, дыр. Что, я? Ну что, сынок, как там твоя доченька Наташенька? В садик пошла? Да, Лилечка пошла, уже 2 года хода Лилечка в садик. Ну ладно, ладно. А сыночка-то другого зробит ты мне, а? Да мне только что Лилечка третья. Ясно, ясно. Ой, ой, ой. Хорошо, но Рождество Иисуса осталось в стороне.